На центральной площади Мадрида Пуэрто-дель-Соль у знаменитых ворот солнца все только и говорят о деньгах и о ценах на золото. В последнее время многие испанцы вынуждены продавать свои ценности. Украшения, зубные коронки, все, что содержит золото. Правда, выручка от этого невелика. Почти каждый четвертый житель страны не имеет работы. Среди молодежи – почти половина. Тем, кто находится без работы долгое время, государство помогает лишь в течение года, выплачивая в качестве соцпомощи 400 евро ежемесячно. Государство само вынуждено экономить. В прошлом году госдолг Испании снова резко вырос, хотя в списке стран-должников Испания находится посередине. Госдолг Испании составляет 69% валового внутреннего продукта. В Греции этот показатель – 159% ВВП. В Италии – 120%, а в Германии – 82%. Самая низкая госзадолженность в Европе у Эстонии – 6% ВВП. К забастовке испанцы готовились давно. Недовольство правительством огромно. Бастующие считают, что многое в стране ухудшилось. А надежду на то, что ситуация на рынке труда вскоре станет лучше, питают лишь немногие.